Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в седьмой раз Civilization 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Кстати, у немца так много стало, потому что он в героическом веке, но даже... С героическим... О, у него и науки с героическим веком. Ну, потому что за соседство коммерческих районов из-за этого. Так, бегал в Мадрид, отправим... Мы сейчас будем отправлять все на деньги. Так, ну, порох. 6 ходов. Оружейную я не успею построить, но мне через 6 ходов желательно напасть. И, собственно, 70-й ход где-то при этом... Где-то там конец дружбы как раз. С немцем. Что 30 ходов было. Или вообще через 2 где-то хода конец дружбы. Русский, подвинь, пожалуйста, своего скаута. Либо вверх, либо вниз. Мешаться там будет. Пройти. Где вообще немец у нас по науке? С чем он будет против меня воевать? Он со мной вместе. Я думаю, что он в стреме вышел. Где-то тут. Вряд ли в университеты. Не строить же он университеты. Выход в университеты было бы ошибкой. Какое-то чудо. Великую библиотеку строит. Хопаньки. Я тоже ее строю. 6 ходов у меня осталось. Немец, а сколько тебе до конца Великой библиотеки осталось ходов? Один. Можно отменять, значит. Ну, конечно, врать может, правда. Как вариант. Так, давайте здесь храм. И здесь храм. Нет, библиотеку. Нам наука тоже нужна. Поселенцев можно убирать. Что у нас тут новые строители на 2 действия больше. У меня где-то строятся строители. Вроде нигде. Сколько же у немца шоколадок тут? Давайте пока вот так сделаем. 4. Так, в итоге сколько у меня дуболомов? Я и говорю, дофига. 2, 3, 4, 5, 6. Нет, подождите. Короче, дофига у меня воинов. 5, 6, 7, 8. Я хотел 12, по-моему, да? 9, 10, 11, да. Так, надо и миссионеров подкупать постоянно, чтобы успеть их подвести. Эх, Лига чемпионов начинается. Это я не вовремя поиграть решил. Я смотрю, у меня телевизор. Блин. Что проблема? За кого болеешь? Я за Реал. А я за Ливерпуль. Вчера он красиво ПСЖ снял. Да, я видел обзор. Там, говорят, классная игра получилась. Вообще the best. Вообще нереально игра. Сейчас вот трё Валенсия, Реал. Ой, Валенсия и Винтус там. Да и Реал и Рома как бы тоже должен быть интересный матч. Да, Роналду ушел, уже неинтересно. Так, военная подготовка, да, и наемники. Ребят, 120. 5 ходов. Итого, все будет нормально. Я не знаю, что вы... Вы сколько ходов будете его науку подсчитывать? Вы соберитесь и нападите, в чем дело? Я не считаю. Каждый ход подсчитывает науку. Такие. Я не беспокоюсь. Так,
опять беспокоить меня сосед. Ну, зал для приемов. То есть жилье теперь везде. О, блин, Магнуса забыл пересадить. Так, Магнуса в Бильбао. Здесь, наверное, Виктора давайте назначим пока в Толедо. О, закончилась дружба с немцем. Давайте следить тут за его юнитами. А там ты можешь убрать строителя? Да, момент, амбар. Ну, Мадрид пока не может расти. Я тут слабо с ростом, хотя это надо. Поэтому... Наверное, а сначала монумент, потом амбар. Так и кто в нем забирает? Нет, я там уже... От варваров он так просел? Или кто качался на нем? Наверное, Invictus качается. Хотя вообще странно, на Стокгольме. Invictus, он вообще-то был сюзерен. Стокгольм, мой сюзерен. Или я его сюзерен. Как мы будем качаться? Сейчас я подплыву. А, тут ты тоже тут фантом следишь. Я сейчас подплыву, посмотрю. Опять мы встретились. Да. Забавно. А ты нашел мою территорию, нет? Нет. Нет. И я твою не нашел. Мы встретились. Так ты не найдешь самое, что интересно, даже дальше будешь плыть. Ты где-то в глубине континента? Тебе надо обплыть вообще весь континент. Точнее, вот с того места, где мы встретились вот первый раз, оттуда намного ближе просто. А это тебе надо будет оплыть просто весь континент, чтобы найти. Давайте катапульты. У меня рабочий там у русского бегает, поэтому... Там немец рядом, я думаю, тоже там недалеко. Ну ты, получается, на море. С левой части Пангеи. Ну, несколько городов у меня на море. Зачем тебе, Артём? Не разведал. Хватит тебе так всего, так тебе всего много. Денег маловато для апгрейда. Там, по-моему, где-то 45, по-моему, будет стоить. Или 60. Ну, я имею в виду из дуболома прямо в конкистадора. Вот, 2 хода до наемников, 4 до пороха. Что-нибудь тут менять будем? Нет. Масим, блин. Мне главное, чтобы он не отвалился до того момента, как я буду в порох все апгрейдить.
город этот. До момента, как я проапгрейджу своих дуболомов в конкистадоров. Надо забирать немца и союзиться с Кри. И он как раз на другом континенте, там еще бонусы за то, что он Кри. Артём, зачем тебе право прохода? Говорю, не разведал там. Так, монумент, амбар. Где-то варвары нашлись. Мне, наверное, скаут тут на автомате бегает, да. Может, еще... Сколько у меня миссионеров, давайте глянем. То есть это от миссионеров зависит количество, собственно, конкистадоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пока. Ну, как минимум еще... ученого у Инвиктуса. Минимум еще одного следующим ходом я куплю. То есть семь. Ну, то есть это, считайте, у меня семь конкистадоров с мощью 65. Искра, ара. 65. В этот момент от такой силы отбиваться очень тяжело. Военный лагерь. Ну, я буду отсюда, наверное, нападать. Без бомбард фиговато, но... Дороги я проложил нормально. Территория у немца как раз не очень хорошая. Ну, для него не очень хорошая, потому что мало холмов. Кёльн сначала очень хорошо берется. Что вообще с великими людьми? Торговца я получу, да? О, банк и рынок. Блин, у меня нету... Ну, вот в этом, в новом городе, наверное, сразу надо... коммерческий строить. Вообще надо и Гейдельберг захватывать, и Гамбург вообще уничтожать. Гейдельберг захватывать вместе с Кёльном, чтобы меньше влияния было. О, театральная площадь. Так, насколько сильно все-таки? Минус 4, нормально. 25, ну это минус 4, потому что тут... Этот сидит. Так, давайте тут распространим религию сразу. По-хорошему, три хода до начала осталось. Он сразу клетку выкупил. Амбар завершен. Ападана, Килва, Кисивани, это все фигня тут. Знаете, наверное, строителей. Нет, катапульты. Здесь. Блин, как я вот тут, конечно, с гаванью.
лоханулся. Очень неудачно, прямо скажем. Надо отходить в свои границы, потому что апгрейдиться надо будет. Так, покупаем миссионера. А потом этих миссионеров для распространения религии вполне можно будет использовать. Колизей построили? Да, недавно кто-то построил. Но я же Рим. Рим, Рим, а где твои легионы? Какой ты Рим без легионов? Легионы, короче, на них не хватило финансирования. Там Россия строит сейчас, ходят казаки. Мне еще до них, как до Китая. Армия, я думаю, там уже коней штук 20 на барабане. Нет. Коней на барабанил. Что-то очень все грустно у Нуби. Ну, естественно. Очень. Я же зажат. Я же зажат со всех сторон. А дуреть, как печально. Жесть. Я думаю, тебя проглотят эти акулы. Да не, я ему помогу. Что? А немец с кем-нибудь? В Германии тоже. Мы тут втроем отстающие. Так, торговать мне нечем. Наемники открыты. Ставим скидку на улучшение юнитов. И апгрейдим в арбалеты. Мне два арбалета надо. Раз и два. Собственно, дальше давай, сразу в литье идем. Тут берем этого торговца. Возможно, я скорее даже в Бильбао его использую, чем в Валенсии. Красивое предложение. Катапульта готова, давайте торговца. Так, здесь пока... Проблема в том, что я объявлю Германии войну, и мне сразу очень мало станет денег. Потому что пока я его не захвачу, караваны к Кри отправлять бессмысленно. Испания, предложение. Ален предлагает дружбу. Не хочется, конечно, мне, знаете, Вавилон перед сюзерением. Пока. Так, дальше идем в торговую республику. Три, четыре, пять.
еще. 6. Этот 7. Блин, ты куда после придешь? Вот видишь, вот второй проходит в горах, там где Мандар Бруней. Так, он бегает. Куда ты там, моя территория? Куда ты можешь тапнуть в рыцарей? В каком месте там твоя территория? Сейчас, ладно, мне кажется, легче тебе метку поставить, чтобы ты не спорил. Легче вынести Инвиктуса, чтобы он не спорил. А? Там можешь, да. Куда паникуешь? Да у нас с ним союзник, у нас с ним по 5 науки за торговый путь идет. По 5 науки с каждого торгового пути? Да. Нифига себе. Мы с ним крутые. А, ну не даром 125 науки, да. Это круто. Здесь готовых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7. Да, кстати, и 8 будет миссионер, в принципе. Мог и этим ходом быть. Блин, мне не хватило. Сколько не хватило науки. Блин, непонятно, сколько собрано, а сколько осталось. Теперь вопрос, хватит ли у меня денег на апгрейд. Вот где проблемка вырисовалась. А ты Пхуана может на рифах строить свои капонги? Или как их там? Ну, нет. Блин, что это пошло? Мне тут надо вырубить, чтобы коммерческий район строить. В этом месте. А почему спрашиваешь? Это просто стало любопытно. Морю на риф. Думаю, что... Он дает и так дофига всего. А если да еще воткнуть капонг? Post a lake tile adjacent to a sea resource. Ну да, но риф, он же как бы может быть соседом к морскому ресурсу. Ну, вообще он кост, да. Да, вот сюда на сайт, тут еще будет. Мне ничего не написано. Шахта. Это плюс 3 даст. Я до рифа не дотягиваюсь. Там скаут немца бегает. Есть проплыв. О, немец готовит армию. Ну, по моему опыту, вот я, наверное, не буду выкладывать ту игру за Испанию, потому что там очень
сложно было, но по моему опыту этого конкистадора более-менее могут останавливать только пушки. Вот эти. И то надо выстрелов 5 по нему нанести. 5 выстрелов из пушки. Представляете, да? Так, ну и сколько апгрейд стоит? 80. Дорого. К сожалению, дорого. По-русски маяк. Стандартизация. Ну и литье, чтобы в бомбарды выйти. Видите, я всего 4 конкистадора смог апнуть. А у меня сейчас еще меньше денег будет. Слушайте, а чё я в союзы не вышел? Давайте мы союзы сначала откроем, а потом пойдем в торговые республики. Денег мало, вот. Вот в чем проблема. А денег мало, знаете, еще, потому что нету золотой ГГшки никакой. Невозможно. А желтое город-государство есть какой-нибудь на карте? Да. Ну, кто продаст инфу? Я готов продать. 50 золотых, как тебе? 40 золотых. А я обмен на синим. А, да, бесплатно. Спасибо, Инвиктус. Где? Как я вас всех обломил, а? Мы же сейчас договоримся. Поставил метку? О, вообще где-то в глубине далеко от меня. Но спасибо. И что, одна она всего на карте, да? А те какую показали? Не знаю. Не, еще есть. Еще есть Антиохия, кажется. Антиох есть, да. А первая какая? Бруней. Че, я на них усмахнемся? Давай. Да. Честно говоря, не понимаю, почему с такими до сих пор нету Петры. Этого. Нуби, да. Производство. Мало очень. Ликус, я поставил. Вижу. Ну что ж, попробую доползти туда. Единственный город, который пригоден для Петры, я поставил не так давно. Он еще не успел производством обрастись. Я вообще не вижу метку. Что? Надо союз с русским заключить. Что? Я поставил метку, я не вижу. Ну, внизу. Там на самом деле между ними не такое большое расстояние. Клеток 15 даже. Но горы. За нетом что? Мушкетеры. Нет.
Ну просто вниз. На 15 клеток от Бандар Брюнея. Мотни. А, вижу, 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 вижу. Ну вот. Ну мне, видимо, надо как-то на Гайдельберг нападать, а потом вот так вот оттуда идти. Да тут дороги есть. Мне как-то надо одновременно и на Гайдельберг, и на Кёльн, я так думаю. Каким-то таким макаром. Алексей, ты вышел? Нет еще. Почему не апгрейжу этих первого уровня? Ну, как я подумал, что эти быстрее будут набирать промоушен, то есть они будут лечиться быстрее, которые без первого уровня. Там, видите, там 7 экспы надо, а тут для второго уровня уже 9. А ты, немец, совершенно случайно не хочешь границы открытые? Кто спрашивает? Индонезия. Давайте, наверное, конюшню. Здесь бананы собираем и строим центр коммерции. Ну, кидай, возьми. Сейчас. На двух континентах, да? Так, давайте купим все-таки еще миссионера. То есть итого у меня... О, Алексей, мы снова встретились. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 миссионеров. В общем-то, мне надо 8 конкистадоров. А конкистадоров у меня 4. Блин, может кто что купить у меня хочет? Что там по деньгам у кого? 23 монеты у Рима. Неужто на кого-то нападать собирается? Укри, что? Не могу сейчас посмотреть во время перехода хода. Ох. Так, что у нас по городам-государствам? Немец не является сюзереном. Ругались на греку, фантом уже 150 науки. Откуда столько? Фантом, как всегда, будет прилетать. О, у нас космонавт. Инвиктус, предложение. Я же сейчас в героическом веке. Потом кончится, что я буду делать? 181. У меня гор вообще нет. Что ты мне рассказываешь в своей сказке? 362. В смысле? А давай союз заключим, посмотрим, так сказать. А не, я еще не могу. Кстати, у Рима
деньги куда-то делись? Может, он что-то там апнул, на кого не хочет нападать? Вы проверьте. И не на кого нападать с такой локации. Так мощи мало у него. Ну чё, Инвиктус, хочешь союзик, нет? Русский, сделку. Не-не-не, не хочу с тобой союзик. Я тебя бомбить буду потом. Ну, надо ж понимать, правильно. Ты не хочешь сориентироваться в этом плане? А, тут не у кого-то... Хочу. Блин, у Индонезии тут чудо, я смотрю, нехилое на науку. Ну, если бы ты видел, в скольких клетках оно от столицы... Ты понимал, что это не первый, не второй, не третий, не четвертый город. А так, да, хорошее чудо, согласен. Только так, город, который... Русские предложения. Зачем мне? Чё город? Который его обрабатывает довольно уязвим. Там другое там предложение. А там по-другому не поставить. У меня вообще все города на море. Я ж Индонезия. Лёша, нарушают договоренности? Какие? Насчёт союза. Ну ладно. Кто-нибудь не может объяснить, по какому принципу акведуки ставятся? Почему я не могу поставить акведук на реку, которая рядом с этим, с побережьем? Причем, в смысле на реку? Причем тут река? У тебя акведук должен быть откуда-то к центру города, там, с горы. Да, вот собственно, соседняя клетка с центром города. У меня три клетки, две клетки. Какой город? На реке. И поставить можно только Остия, а поставить можно только та, которая... Не на побережье. Так а откуда у тебя в Остии акведук будет? Там река же. Причем тут река? Ты представляешь себе, как акведук работает вообще? Смотри, описание акведука. На реке, на озере или от горы соседним. Клетки должно быть. Хорошо, вот представь, что Остия находится... Короче, через клетку от реки. Можешь себе представить? Вот как акведук сейчас будет идти? Ты видишь Остию? Под ней две клетки с рекой. Я могу поставить только на левой. На левой? Почему? Да, а на правой не могу. Вот видишь, например, Ареция. Левее Остии. Ты не можешь... Ты селитру открыл? О, да, что? Так у тебя на этой селитра? Да, но... Нельзя. Я акведук собирался ставить до того, как я ее открыл. Так ты собирался ставить, а теперь ты сейчас же... Не... А, ну в том-то и дело, что там даже тогда не было опции. Ну это заговор. О, кто-то воюет? Я доплыл до себя. Испания с Римом, что ли? С Германией. А, с Германией. Это, по-моему, с первого хода предсказывалось. Поправьте, если я не прав. Thank you.
Эти плюс 13 сразу стало, потому что все караваны, которые бегали. Перестали бегать. Которые бегали к немцу. Ну, по идее, сейчас их переброшу к русскому. Хочется верить. Следующим ходом, правда, это только произойдет. Так, хватит катапульты. Давайте, наверное, исследовательские гранты начнем делать. Военный совет, университет и библиотека, университет. О! Какой мне достался ученый. Причем тоже для Бильбао сохраним. Вот здесь будет у нас кампус классный. Бандар Брюнее. Сейчас денежки появятся. Еще в Антиохию надо отправить. И в Стокгольм. В общем... Что, не вместе выстоишь? Там, знаете, на плюс 15 эти ходят. Кстати, жалко, что я без генерала. Поможет? Садик. Я думаю, русский будет на казаках забирать обоих. Прямо обоих. Мне садится. Как раз они повоюют, навоюются. Кто-нибудь, ну, Леша захватит немца. А ты потом на казачках. Цок-цок-цок. Ну, грека там уже национализм есть. Может, может, русскому лучше на казачках с греком повоевать, нет? Так не думаешь? Я думаю, не осилит. У них границы нету. Ну, а... ну, как нету? Нубия? Нубия. Ну, да. Через Нубию можно, если там проход дать. Да, мне это нужно будет. Сразу плюс 39 чисто за Бандар Брюней. Чего он грех сделал опять? Все уже опережают вроде как. А дерево технологии говорит иначе? Да, науки подровнялись и все, и сразу подуспокоились. Раньше так летливило, уверенно понимаете. Сейчас он грех. Да и Индонезия вообще 168 заход. Да, сама. Не, ну у меня же только эти гавани и коммерческий район. Ну, логично, что у меня на золоте там есть, а без золота ничего не будет. Так, к русскому. У Кри 160. Ну, у Кри очень хорошее расположение. Они могут еще раза в два расшириться и без особого ущерба. Угу. Валенсия, Санкт-Петербург. Надо строить срочно армию. Толедо, Астрахань. Сарагоса. Из Сарагосы можно отправлять. Собственно, сейчас мы и отправим. Галеру тут мою бьют. Но он по океану не может плавать. То есть мне вот эту клетку, главное, чтобы он не занимал. И мои караваны должны, по идее, проходить. Блин. Так. Толедо. Чье открыл. Ну, с Алексеем тоже в две клетки проходит, так что не думаю, что он ко мне побежит.
Чем конкистадоры плохи, что они очень медленные. Вот единственная проблема с ними. В плохом месте. Через реку. Ну тут мушкетер, видите, плюс 5 от реки, плюс 6 от обороны. А, он еще и шпиона ко мне посадил. И тут еще Виктор. Мне надо все-таки на Кёльн идти. А за сузеренство дают очки эпохи? В этой эпохе. Если пересузеренишь, по-моему, да? Только если. А если никто не сузеренил? Если ты первый союзник этого города-государства, то дают очки. Ого, 82 аж. Нормально. Ну, мне эту галеру убьют, я думаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 60. Стоит катапульты апнуть. Кинус там еще доступны караваны. Из Валенсии Санкт-Петербург, из Валенсии в Астрахань. Ну, в Санкт-Петербург это через немца, я так понимаю. Россия приложение. О, в Россию больше нету караванов. Чё вообще? Ничего, хорошо нам жить. Шоколад еще есть. Без шоколада вашего жили, еще поживем. Ну, вообще-то помощь военная, как-никак. Не... Воюет? А тебе что нужно? Тебе апать кого-то разве нужно? Конечно. Я просто смотрю, у тебя вроде все апнуто. Не все. Нет, он это уже отправляет. Ну, науки, кстати, у него больше уже, чем у меня. Он явно... Грек, я поменял предложение. Явно больше кампусов построил, чем я. Так, а что по армии? Армия даже больше у него, нифига себе. Ну ему дали денег на апгрейд, конечно же. Ну, для предложения. Ребята, вы все немцу помогать будете, да?
предлагаешь дать ему тебе его захватить? Нет, я предлагаю тоже кому-то его захватить. Я просто не понимаю, нафига Нуби помогать немцу, например, давать ему деньги и дождаться, когда его придет либо русский, либо грек захватывать. Но отдать все деньги немцу зачем-то. В смысле? Я не давал никакие деньги. Ну, не знаю, там, ресурсы, не знаю, что ты там ему даешь. Ни ресурсы не даю никакие тоже. Ну, Би вообще здесь несчастно сидит вообще. Я вообще сижу тут, никого не трогаю. Пока что. Не-не, мы с военный союз не буду заключать. Так, ну что? Никакого смысла нет. 8 конкистадоров. Да блин, дайте мне посмотреть список. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. И миссионеров 8, да. Ну, к сожалению, галера ГГ, да. Банк и рынок. У меня только 3 кампуса. Это девять очков великих людей. В Германии 13. То есть у него как минимум 2 кампуса больше. А, он просвещение вышел, поэтому. Виктор, как насчет того, чтобы поставить карточки на союзы, которые... Так я поставил люди. Нет, я имею в виду карточку, которая дает еду и производство. Так нет у меня, я же не в темном веке. Нет, которая союзнику дает и тебе, когда ты отправляешь караваны. Нет у меня этой карточки. Как так? Так, я в золотом веке. А когда она будет? Блин, я и говорю не между своими городами, а между собой и союзником. Блин, дипломатическая служба открывается. А, я еще не слышу службу. Что ходишь? Долго тебе до нее? Ну куда? Ну давай, поставишь, и я свою поставлю. Да. Блин, главное, у него шпионы уже есть. То есть он пошел по нижней ветке, он в книгопечатании. Уже. Так, а я что открываю? Я вообще ничего не открываю, что ли, тут? Блин, я, конечно, в просвещение бы тут быстрее. Так, и что у нас с генералом? Нет у меня генерала. Быстрее генерал. Блин, мне надо проект в Картахене провести на генерала. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!